мы сделаем так, что вам выплатят. Договорились? Возмещение ущерба за залив квартиры по вине управляющей компании, скопление воды в подвале, вопросы по капитальному ремонту фасада здания. С этими проблемами химчане обратились к главе города Дмитрию Волошину. Встреча проходила в присутствии прокурора города и руководителей профильных ведомств. Какие-то вопросы решались на месте, другие же требовали дополнительной проработки. Вот давайте мы проведем собрание для начала. На этом собрании я прошу туда отправить сотрудников администрации, сотрудников комитета по имуществу, чтобы мы послушали, что хотят люди. Встречи с Дмитрием Волошиным проходят ежемесячно. Обратиться со своими проблемами может каждый. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону на экране.